Я всех приветствую. Недавно я записывала видео, как я брала займ в Антарсе. Мне присвоена категория 4. Это очень высокая категория. Займ от 100 долларов до 2000 долларов. И перед отправкой заявки на займ мне необходимо выложить второе сообщение в социальных сетях вот с таким текстом, что я решила взять займ, указать сумму займа. И вот здесь вот готовый текст. Здесь вы скачиваете одно из 4 изображений. Вот так нажимаете на кнопочку. Здесь картиночки. Вот такие картиночки. Указываем сумму займа. Чем больше, тем лучше. И выкладываем на пост 3 ссылки. Ну вот, я сделала пост. Прикрепляем вот свою реферальную ссылочку. Ну, я еще свою фотографию здесь прикрепила. И вот это вот изображение. Дальше. Здесь вот две социальные сети. Это для третьей и четвертой категории заемщиков. Сообщение также необходимо продублировать в сторис. Это я сделала с телефона. Нажала вот эту стрелочку и поделилась в своей сторис. Ну, с компьютера я это не покажу. А, нет, покажу. Вот. И в истории поделиться. Но с телефона я уже это сделала. Вот здесь пишите контактные данные. И дальше мы пополняем свой кабинет. Теперь нужно отправить денежку в инвестиционный пул. Как минимум 50 долларов, чтобы у вас открылась реферальная программа. Займ действует 360 дней. Каждый день вы будете получать ежедневные начисления. Каждое начисление делится 50% на 50% между заемщиком и займодавцем. Выдача займа происходит по очереди заявок с суммами по 50 долларов на одного заемщика. Если в данный момент нет подходящих заемщиков, сумма будет находиться в ожидании. Вывести средства из ожидания невозможно. Вот примерная дата окончания 29 июня 2022 года. Ежедневное начисление мне будет 25 центов капать. И прибыль будет 180. Я получаю 90 долларов. На операционном счету у меня уже 50 долларов. Вот, вы сюда заходите в финансы, нажимаете автоматическая выдача займов. Здесь пишите сумму. Отправить средства на выдачу займов. Если мы зайдем в инвестиционный пул, вот в самый низ я опускаюсь, вот здесь вот будет стоять мой ID, и здесь написано, что 50 долларов. Свою реферальную ссылочку я оставляю под видео. Всем пока!